Всем привет! Добро пожаловать на мою кухню. Сегодня хочу предложить вам приготовить икру из кабачка. У меня вот такие зеленые два кабачка. Здесь у меня 400-500 грамм. Где-то так приблизительно. Нам понадобится один репчатый лук среднего размера, болгарский перец, одна морковь. Немножко перчика чили я добавляю в икру. Три зубчика чеснока. Лавровый лист один. Черный молотый перец по желанию. Соль. И необходимо будет посуда, в которой мы будем обжаривать наши овощи и немножко масла. Ну что, давайте приступим к приготовлению. Овощи мы помоем, очистим, крупно нарежем и начнем обжаривать на хорошо разогретой сковороде. Затем мы это все перебьем, перетрем блендером. Немножко, еще минуту-две проготовим на сковороде. И наша икра готова. Давайте приступим. Yeah.